Всем привет! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Лео и Тих. Ох, что-то я совсем голодный. Принеси-ка мне дикого меда, пока я опять не усну. А напоминаю, что мы разбудили пчелуха, и теперь он нам дает новое задание принести ему меда. Я открыл всех персонажей в этой игре для того, чтобы было интереснее каждый раз новеньким. И сегодня у нас будет Тих. Лео мы играли уже, а сейчас пускай будет Тих. Вот Лео убежал, а Тих прибежал. Все, и давайте искать нашего мишки мед. О, вот мед, да? Оказывается, у него играть нужно. Я думал, его просто собрать нужно. Так, давайте глянем, что это за мини-игра. Так, вот наш... А Тих получается... А там же, слушайте... Мишки стоят. Один мед. А, получается, мы мед даем мишкам. Потом шишку мы должны дать белочке. Для того, чтобы она пропустила меня к выходу, да? Из лабиринта. Это был первый уровень, да? Дальше, смотрите, нас белочка не пускает. А если я к ней подойду, она мне просто напишет, что ей нужно, да? Поэтому я вот беру шишку, даю белочке. Она меня пропускает. А дальше. Мишке нужен мед. А птичку мы должны что? Просто обойти. А ну птичка. А птичке нужна семечка. А нету семечки. Ну, в общем, она меня и так пропустила. Ой-ой-ой. Смотрите, какая злая пчела летает. А у меня жизни были все, поэтому я просто ее обманул и проскочил мимо. Ой, еще одна пчела. Нужно быстрее идти. Ай, не успеваю. Ай, ай-яй-яй-яй. Ой, блин. Не успел я оглянуться, как меня уже пчела ужалила. Быстрее, быстрее, быстрее. Тигреша наш. Так, ой, она летит прям ко мне. А-а-а. Я думал, уже хана мне. Вот, я проскочил мимо. Ай, ай-яй-яй. Быстрее, быстрее, быстрее. Фух, эти пчелы, хоть их было идти, меня не сцапали. А это какой-то, смотрите, злобный олень, да? Ой, ой, а это опоссум. Но жизнь мне не нужна, мне все, поэтому я просто мимо них проскочил. А здесь вообще и пчела, получается... И боссом, и белочка. То есть нужно вот так вот проскочить. Шишку взять мишки, белочке. Чтобы она меня пропустила, да? Мед мишке. И вот я могу пойти к выходу. Какие сложные лабиринты. Так, а мне нужно обязательно до конца дойти? Интересно. Так, мед даю мишке. Ай! Вот так вот. Управление немного сложное. А вот и семечка. Это орешек птички там или что это. И идем дальше. Так, вот здесь жизнь. Получается, сначала мне нужно взять шишку для белочки. Вот, она меня пропускает сюда, да? А дальше нужно мед для мишки. А, я жизни взял снизу. Ну ладно. Пойду уже без жизни. А что здесь? Ой. Ой, я думал, она так далеко не догонит меня. Слушайте. Вот это обидно. Быстрее, быстрее. Вот, успел. Зато я возьму жизнь. Пойду к выходу. Опять боевая пчела. Уй, я думал, она дальше пойдет. В общем, мне хана. Сложные лабиринты. Фух. Я думал, все уже. Так, даем шишку белочке. Берем жизнь. Вот этот дикий олень бежит.
можем обмануть, вот здесь спрятаться, пока он пробежит мимо. Интересно, сколько меда я заработаю? Слушайте. Наверное, хватит. Выходим отсюда. Надеюсь, меда нашему мишке хватит. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ничего себе. 7 этих сундуков с наклейками. И вот мед, да, для мишки. Скорее неси мне этот сладкий мед. Нам можно было меньше уровня проходить. Давай-ка сюда мед. О, на вкус он так же хорош, как и на вид. Спасибо тебе. Еще один комплект наклеек. Пока я спал, их спину продуло. Согнуться не могу. Помоги-ка мне прибраться в берлоге. А, кстати, я сейчас помогу ему. Для начала наклейки открою. Мне пришлось начать заново игру, поэтому наклейки у меня немного другие, чем были в прошлый раз. Но зато у меня их очень много. Видите ли, сколько комплектов. А, и все их сейчас вклею. Но зато теперь у меня нет этого глюка в игре, как был первый раз, там текстуры подсвечивались желтым. Теперь все хорошо. Ну и наклеечек у меня сейчас будет еще больше, чем в первый раз. Вот их сколько много. Повторок почти нет. Сейчас их все вклею, и потом продолжу помогать пчелуху. Тоже назвали мишку пчелухом, да? Придумали же такое. Как пчела, а не как мишка. О, дубликаты пошли. Ага. Еще два дубликата. Вклеено у меня не так уж и много. О, опять два дубликата. Ну, началось. Одни повторки. И снова два повтора. Что ж ты поделаешь? Ох ты, какая редкая, смотрите. Еще одна редкая. Класс. Все, теперь быстренько вклеивай наклейки. Вот их сколько. А, вот редкая вот эта вот. Так, почему ты не вклеиваешься? А это что у нас такое за птица страшная? О, хвост тут тоже. А это рыба какая-то морская. Так. В прошлый раз я остановился, у меня, по-моему, 42 наклейки было, да? Глянем, сколько после сегодняшнего обзора будет наклеек. Так. О, опоссума этого почти собрали. Или кто он там такой? Змею тоже почти полностью. О, вот полностью его собрали. Эта страница вообще почти собрана. Вот уже 44 наклейки. Уже больше, чем в прошлый раз. И... Да сколько ж их? Много. Я их не все вклеивал. А, перед тем, как записывать игру. Уже 52, ничего себе. Все, 52 наклейки... 53 наклейки. Уже почти половина. А, так, давайте поубираемся в берлоге. Дай-ка посмотреть. Как чисто. Ну, спасибо, спасибо. Это было не тяжело, правда ведь? Ты заслужил награду. Слушай внимательно. Отыщи дерево солнца и дотронься лапой. Оно покажет путь к сокровищу. А где же искать это дерево солнца? А, вот оно рядышком, да, возле него. Дотрагиваемся. Следуй за светлячками к следующему дереву. Оно получается не одно, наверное, да? Так, светлячки, куда вы летите? А вот еще одно дерево. Иди к следующему дереву. Ты почти у цели. А, наверное, их три, да? Скорее всего. Говорят, Бог любит троицу.
Сокровище где-то тут. Нужно только его раскопать. А как его копать? А, вот. Ямка небольшая. Делаем его побольше. Это и есть сокровище, наклейки. Вот и твоя награда. А теперь беги. Тебя ждут новые приключения. Но приходи еще попозже. Может, у меня будут другие просьбы. Здорово. Так, давайте откроем эти два комплекта наклеек, которые мы получили. И дальше пойдем за приключениями. Вот, все такие, которых еще не было. О, еще одна редкая, смотрите. Еще я получил одну. А почему так? Только что мне дали бесплатно еще одну награду. Это, наверное, наклейка такая попалась, типа сундук. В общем, не знаю, за что дали, но я не против, спорить не буду. Вот она такая какая-то, аж фиолетовая, да? Типа магическая. Во, и змею эту собрали полностью. Смотрите, страница полностью собрана. Класс. И это полностью собрано. Обалдеть. 59 наклеек уже. Так, идем дальше. Куда нас ведут светлячки? Сюда, вот на берег какой-то, нет? Опа! Нам как раз здесь нужен был для прохождения тих. Это ты всем помогаешь? Помоги нам, пожалуйста! Конечно же поможем, а кто это говорит? Признавайтесь. Я ж не могу помогать тому, кого не вижу. Птичка, отойди с дороги. А это кто? Ящерица какая-то. А, вот эти опоссумы. Нет, это какие-то ящерицы. Девочка позвала нас на день рождения. Мы так хотим ей понравиться. Пожалуйста, помоги нам приготовить подарки. Как же я... Именинница просто обожает водяные лилии. А нам их так сложно достать. Может, ты сможешь дотянуться? А, запросто, я думаю. Хорошо, что у нас есть помощники. А. Наши светлячки, да? Вот они, смотрите. А как же до них дотянуться? Оказывается, легко. Так, третье. Все. Какие красивые, правда? Неси их скорее, пока вот, не завяли. Камушек такой красивый, класс. Смотрите. Какой-то волшебный. Спасибо тебе. Теперь у меня есть подарок. Ну, а нам дают подарок. Наклейки. Именинница давно хотела завести питомца. Большой красивый жук ей очень понравится. И что? Нам жука словите еще? Удалили... А, вот. Видите? Не зря я на него обратил внимание. О, из него получится отличный питомец! Веди его сюда! Ха. Он же маленький, как я его буду вести? Я его буду нести. Спасибо! Теперь у меня есть отличный подарок! Так, третий комплект наклеек наш. А я бы хотел подарить ей блестящий драгоценный камень. Поможешь мне его добыть, ладно? Надеюсь, не тот большой, который я говорил, классный камень, какой красивый. Ага, это он, смотрите. Он да, же... А, он этот камень ей очень понравится. Я думал, целиком тут большой придется нести. Отлично! Неси скорее камешек мне! Вот какие хитренькие, все за них делаю. Теперь у всех нас есть подарки для праздника. Именинница будет счастлива. Спасибо тебе! Пожалуйста, обращайтесь. А у нас еще... Помогите! Оба. Ладно, давай. Это же наша подруга! Она застряла в зарослях терновника! Помоги ей скорей! Вот так, именинница застряла, нужно ее спасать. Давайте. Лапами. Будем бить. По терновнику, сейчас мы его развалим. Давай, еще чуть-чуть. Вот, молодец.
Спасибо, еле вырвалась. Ладно, я побежала готовиться к празднику. Хоть бы нас пригласила. Ну, дала награду. Что бы мы без тебя делали? А знаешь, пойдем на праздник вместе. Она будет очень рада. Вот я угадал, да, только нас не она пригласила, а вот эти ящерицы. Так, давайте все-таки пока есть наклейки, мы расклеим быстренько. Их уже вон 5 комплектов. А то соберется потом много. Что я с ними буду делать? Тем более, сейчас уже будут очень много. О, смотрите, 3 повтора. Такого еще не было, конечно. Обидно, досадно, ну ладно. Так, 2 повтора. Снова 2. Теперь уже, когда хотя бы нету одного повтора, уже счастье. Вот сейчас 2 не было. Вот, хорошо. Смотрите, еще одна рыбка. Это часть, наверное, какого-то мишки. Это последняя часть ящерицы. И вот тоже последняя часть, да? Ноги этой цапли. И уже 64 наклейки. Класс. Осталось всего 50 наклеек в этой игре. А, где у нас день рождения? О, вот здесь. Наконец все в сборе. Давайте споем праздничную песенку. Я не готов петь. А придется. Награду опять дадут сундуки. И что? А, повторять нужно. Как в Шарараме там и так далее, да? Вот. Это в мастерской Пина. Мы так делали с этими с запчастями. Так, 1, 2, 3, 4. Один, два, три, четыре, пять. Я постараюсь дойти до 10 и хватит. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Фиолетовый еще не пел. Вот, наконец-то. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вообще своеобразная музыка. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один. Ай, не туда нажал случайно. Ну, в общем, хватит и так нам. Раз, два, три. 3 комплекта. Тоже неплохо, да? Мы очень старались. Надеемся, что тебе понравилось. Естественно. И еще один комплект наклеечек. Везет тебе. Идешь дальше за новыми приключениями. А у нас тут дела. Но ты навести нас как-нибудь. А, еще 4 комплекта быстренько вклею. И смотрите, все повторки. А интересно, можно ими меняться как-то? Ух ты, все 3 таких, которых у меня нету. Хороший комплект попался, вообще супер. Зато эти все... Нет, тоже одна не повторка. Ну вот. И смотрите, мне дали еще один комплект за какие-то заслуги особые. Наверное, за хорошую игру. Или за помощь. Все. По-моему, 5 наклеечек должно быть. Вот. 1. 2. 3. 4. И... Так, куда эту вклеивать? А, вот, маленькая такая, 5. Уже 69. Так, ну пошлите еще кому-нибудь поможем по-быстренькому. Потому что слишком долго я тоже не могу записывать эту игру. Лучше потом в следующий раз продолжу. Уже новым персонажем. А вы напишите, а какой из 4 персонажей вам нравится больше всего. Они у нас все доступны для того, чтобы в следующий раз поиграл каким-то другим.
Так, ой. Вот. Что это? Я куда-то перешел? Воры! А, воры! Спасите! Помогите! Опять кому-то помощь нужна. Без меня никуда, да? А там, смотрите, нужно... А, это следующая локация. Здесь, кстати, смотрите. Получается, видите, раз, два, три, четыре, пять локаций. Вот мы уже в троих побывали локациях. А, это четвертая. Так, куда же нам бежать? Ой, птички. Что случилось? А, птичка, это птичка поет. Козы украли все яйца из гнезда. Ах, ах, мои бедные дети. Неужели никто не поможет вам? Слушайте, но они меня допросятся. Ну, то меня... украли, и что? Верну одно яйцо, если обыграешь меня в прятки. Шишками меня кидались, наверное, мало, да? Сейчас я их поколочу возьму. Эй, ты, Харс. Новичкам везет. Попробуй сейчас меня найти. Ой, вот это да. Куда он делся? Надеюсь, это подсказка? Эй, нечестно! Подсматриваешь, что ли? Ага. Давай яйцо сюда. Как он так быстро прячется, а? Ой-ой-ой. Ладно, ладно. Проиграл так проиграл. Вот, держи яйцо. Еще давай. Давай в догонялки сыграем, а? Если выиграешь, отдам тебе второе яйцо. А где, с кем? Я не видел, кто это сказал. А, вот. Ох ты, у нас будет бег. Есть возможность что, 150 комплектов наклеек заработать или как? А ну-ка. А, получается, тут как бег с препятствиями, да? А, прикольно. Ай! Хотел взять все эти наклейки. Так, нам, наверное, нужно переиграть, да? Ведь я же его не догнал. Так, сейчас ты у меня докривляешься. Я постараюсь поменьше... А для чего здесь вообще бабочки, интересно? Блин, нет, очки. Не, лучше я не буду их собирать, потому что у меня управление мышкой на компьютере как бы не сильно удобно. Не всегда она, кстати, здесь успевает срабатывать. Меньше бабочек, зато... целее буду. О, не всегда срабатывает. Хотя поначалу вроде бы получалось, не знаю. Сначала я его словлю, а потом, возможно, уже буду собирать все бабочки. Так, а может я его не смогу догнать? Может это просто в игре так задумано? Допустим... Сейчас я выйду в меню и посмотрю. О, ты меня совсем загонял. Ну, в общем, на, прокатило. Держи свое яйцо. Не нужно оно мне. Вот второе яичко. А я кое-что знаю. Я спрятал третье яйцо под огромным камнем там на дороге. Хочешь, забирай. Если, конечно, сможешь достать. Как это? А, тигрёша не сможет достать. А нам уже что? А, вот светлячки показывают, да? Куда нам идти? Где этот камень? Ого, какой большой! Да. Вот это силища! Одной левой. Лучше с тобой не связываться! Бежим отсюда! Давайте нам только яичко. Смотрите, какое красивое. Все разные, да? Так, и быстрее возвращаем... Ой, я заблудился. Ты вернул все яйца! Скорее, неси их назад в гнездо! Давайте ложим их в гнездо. Ах, мои милые дети! Я так счастлива! Ты настоящий герой! А то, а вы думали? Эти несносные харзы разломали мое гнездо!
пожалуйста, помоги все починить. Собери подходящих веточек. Так, ну это я уже займусь в следующем обзоре. Сейчас вклею наклеечки, которые остались. Ого, 6 комплектов. Откуда же столько много взялось? Я не успеваю за ними следить. Ну, как всегда, куча повторок, да? Да, смотрите, подряд уже 6 повторов. 9 повторов, ничего себе, так нечестно. Я так не играю. А, 12 повторов. Ну, как-то вообще некрасиво. Хоть здесь будет что-нибудь новенькое или нет? Вот. Одна наклеечка новенькая. Слава тебе, Господи. Крылышко от летучей мыши, да? А, ну что ж, друзья, наш обзор сегодня еще подходит к концу. А если вам нравится эта игра, а вы хотите в нее поиграть, то ссылочка на нее в описании к этому домой. Видео. А, о, мама зовет, мне пора домой, видите? Не зря ведь написали и мне. Как раз вовремя я решил закончить играть. А так вот, если вам нравится эта игра, вы хотите поскорее увидеть продолжение, то поддерживайте это видео своими лайками и комментариями. Не забывайте делиться с друзьями. А будет поддержка, буду эту игру записывать чаще. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Пока-пока!